Войт заберет. Даже его. Даже все, его. Все тут. Да, вроде бы. Погнали. Слава, Асиса там закинь. Короче, танчат сегодня Лингрен и этот, блядь, Бичичи. Наши герои. Эвилашан ДФД, наконец. Дали подождать. Да. Ой, чувствую, это я первых два босса потанчу, потом тоже... То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким... Блядь, Бичичи в танке, нахуй. Какая же нам пизда. Получается, ДПСить нельзя? Надо фотографировать. Да, фотографируем закат. Да и фоткаемся. Селфи будем делать на фоне трупа Бичичипа. О, куда душа собирает? Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Это заклинание. Вы находитесь в самом сердце земель Блети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не... И никто бы даже сказал, что да затанч, что затанчит. Суждаю вас я. Ну, как прожмется, как прожмется. Как ты, прожмется, как... а босс как сорвется, как вайпнет рейд, нахуй. Но у вас Леха в 25 есть, что вы, блядь, нуете? Ну да, у нас есть официант, нормально. Официанта можно. Ну, нам надо же Гошу позадрачивать, ну что вы в самом деле? Что тебе еще 20 плюс есть на пол. Так а он ему не упадет никогда. Так он мне и не падает, блядь. Я быстрее ВХ соберу, блядь, чем щит нахуй выбью. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Гоша, Гоша, забери. Гош, фильтруй. И лутера все, забери, Слава. Саппорт можно не перепевать. Смертные, ваш путь закончится, так и не начавшись. Ебать, у меня 1500 хосты, блять. От Фокса нет опять. Давайте разбафайте быстренько все это. Там каску, инту обновите, пристабаф, лапку. Я на хп клепаю. Ну кричи. Каски кто бафает? Дартис вроде. Дартис по ДК, по друидам, по войду. У него полипавра, наверное, нет, скорее всего. Джандис каски. А, кулаки. Дартис, кулаки. А продакс обнови инту. Пристабал. Только что же, только что обновил. Ну, блять, я не знаю, где Мотфокс шарит. На нем нету. Такой он не в рейде стоит. Фокс, потому что в начале инста стоит. Пошли 24 убьем. Если мы с Фокс в инсте, значит ребро на него укатит. Ну да. Завыйдется и нам пизда. Да, факт. Ну кикните его, потом возьмем. Кикать его, постоим, подождем. Ну все, пришел. Он тут, блядь. Блядь. Обратно берите, хули вы так. Присуни обратно. Да, я ему кинул уже приглас, он не принимает. Значит, нет, обиделся правильно. Пиздобол, я тоже обиделся. Ну, Слава, пристабаф. Слава. Давай, Слава, работай лучше, пристабаф. Вы призвана, наверное, спекните на ребро хила? Да, спекнись, призван. Стоим перед боссом, наблюдаем. Как он будет буша своим топором, размахивая разные стороны. Воу.
блядь. Воздух рассекая, людей разрезая. Фига, ты стихами начал наваливать. Ты вилаш. Наваливаю я в туалете. Юля, все, все готовы. Дай свой 5 секунд. Я половлю лужу слева, а справа, не знаю, мне кто там. Я буду ловить справа. Я половлю спустя стыд. Пока что костюм. Мордой в пол будешь ловить? Конечно. А как по-другому нахуй? Ну ты именно... Как по-другому-то можно, что ли? Не понял. 10 себе продавц поиску не давали. Ня. А, в этом Матфон, это не за то, что сейчас отменим. За то, что ты отошел. Ты писал, что чего? Ты. А с чего отменять? Не, ну если он писал, я... то отменим. Луна! Луна! Калиласка! На вертушке РДД справа, шип. Шип, ты игра. Справа. Шип РДД. Луна, луна, РДД, право, ебать нахуй. Я не могу сам на себе поиграть, я бы сыграл. По шипам, приум. Бега справа. Костя, стой по центру. Угу. Лови дикобу. О, как так? Должен был. Такое бывает. Так должен был на тебя. Ну, так ну задержался он, ладно, задержал забейте. Те шипы кинул, типа. Он чуть-чуть козит. Я покидаю центральную лесополосу. Рофлит, короче. Ой, я его ромбик, вы бейте слева. И... Трусы справа бейте. И слева тоже. Сокру дал, не падайте. Спасибо. Справа. РДД сыграйте справа. По шипу сыграл. Далеко так не отходи. До тебя доставал. По шипам сыграл. Ревностного Ленгерна. Внимание на Ленгерна. Хилы. Кирос Иннер, дай победу. Это, конечно, рофл. У нас один друид. Ну, сейчас Мэтфокс вернется. У нас два тотема, если что хочешь знать. Да, у нас леди впереди, ничего. Ну, а могу зайти на сову на леди. Четвертый, если что, шип. Ну, зайдешь, Фолик, он... Я два поймал всего. Четыре. Я какие-то траблы, походу, с ребром, да? Так это... Он так и хочет тебя проколоть. Насадить на шипах хочет, еще бейте. Проколоть. А это прикол всех тех, кто на шипах стоит. Шот. Ревностный. Шотнуло, какой ревностный, блядь, рез. Да, у меня, да. Да, давайте, Кирсу, поднимай Лингвина. Череп. Разбейте слева череп. Тебя-то шотнуло, а у меня ревностный. Лапку как а черепу лапку. Сыграйте кто-то, пожалуйста. Да, всем похуй, забей, ты один бьёшь. Спасибо. Пятый. Ашипа. В рейв он стоит на шипе, на рейнже. Все, спустил. Ебать, Хридингера гнал, ебать. По урону? Нет, по агру. Так я-то умер. Помимо тебя еще есть куча ДДшников ебнутых. О! Шип. Да ладно, забейте на шипы, добейте босса. Добейте дуру туда. Там уже хуйня осталась. Там, да, там самые слабые на шипах. Есть осколок. Скажите просто, что щит выпал. Нет. Да, есть щит.
Ой, блядь. Не щит, а шея. Это, о, блядь. Осколок. Осталось три всего. Мы же чисто для успокоения Заломаныча надо было. Брат тупого говна, нахуй. Я убил чего чипа, все хорошо, все в порядке. Он не умер? Победа. Нет, я живой. Получается, прожался? Получается, паладина моча. Заметь, у меня ластенд, ключ и что-то еще там было вообще не в КД. Ты там агро держи. Это кто там ледяной? Это я. Патчи там включить не забудьте на духов. Я 130 тысяч нахилил. Подожди, мне надо что-то украсть. Я не могу только понять, что я украду. Но я не украду, потому что кнопки нет на панели. О, тут этот вестник бежит. Жалко, что конус больше не агрит весь трэш целка. Было бы прикольно. Да. Мне понравилось. Пошел на ребро, полечу, ебанул, да, случайно конус. Ну, он спустился, за то время терять не надо. И чилишь мордой в пол. Ну да. Ну, видишь, как... меня всех это мобов. Я, видишь, он целых 20 кода дает трэш. Рисуй там. Там помощник, милик. Отвожу, отвожу его. Что, есть там кому принимать в рейд? Есть. Плюс они те. Так, я пошел почитать. Просто ПФБ после каждого конуса прокает. Ну вот, сейчас ты всю удачу потратил. Начинаешь бить босса, и под конец, может, тебе два раза прокнет, если сильно помолишься. Мне, короче, надо тебе на ФБш кинуть, чтобы конус откатывался быстрее. Обычно кидаю его под прок, и чувствую, сейчас придется кастовать 5 секунд. Столько синьки выпало, бля, я бы распалил бы вас, я бы за синьку бы... Ну что там? Надо было предупредить, что ты на работе.
Нам одного не хватает. Правая рука — это какой слот для оружия? 15? Правая рука. Да. Посчитай. Правая рука. Ты правша? Хорош, Лёх. Правая рука, главная рука. Я, блядь, подписал. Ой, извини, занесу. Ну, главная рука. Он Слава пишет, что 16. Где-то мои... И шкаф поставьте. Засумоним. Тык-тык-тык. Вот Фокс. Хило. Пусть лучше в сове будет. Или да, да. Побудь в сове призванным, побудь на этом боссе еще в хиле. Где Аек, блядь? Господи, блядь. Короче, без него. Да, тут лежит мой Нибелунг. Владикон, квадраты, Мэтфок, давай, блядь. Лоны. Акерус, трусы, и ему помогайте там Лок, три мага, поглядывайте за трусами, потому что он мелик. Керсоры, Дартис. И шаманы тоже смотрят. РДД. Какой поглядывать? Треугольник? Контроль. Да, по треугольнику, ну по трусам. Окей, по окей, 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 окей. Оглядывайте. Потому что Керус Мелик, у него там рейндж 20. Все, понял, понял, не проблема. Леха, ты в звездочке. Луна, Медфокс. Мы с Юлей в кружке. Мелики играют в кружке по треугольнику. РДД в звездочке. Все, чек на пол. Все готовы. Слава, давай 5 секунд. Или пульте. Трэш, 3 секунд. Контроль 3 секунды. Так, Вадикон. Урги, Дартис, Вадикон. Дал фир Вадикону. Трэш 3 секунды. Уебать! Красава, мужики. Элос, законтролите? Убейте ее. Да. Ну там медики, хули. Вайдекон, будешь урги берить. Кто там? Мэтфокс, Керусы. Мэтфокс, Керус. Их кто-то убил, что ли? Ну они в миле просто упали. Они в миле. Трэш. Фанатика. Контроль. По фанатику сыграйте. Взятый, да, СС покеру. Перевели. В трэш переключились все. Никто не бьет босса. На пол в полидрин. Духи. В центре два разбежались. Геру даем.
Где там трэш? В кружке был? В миле идет, вот. Где-то там. Не убивай, не убивай неополитана. Зачем ты это делаешь? Spirits. Опять леди идет. В миле идет. Spirits. У нас, по-моему, один БР есть, да? А, да, да. У этого есть. Поднимай инвизибла. Первый БР инвизибл. В миле идет. Разбафайте лапку, каску, приставай. В миле. За контроль. Керуса законтрольте, не убейте. Прекратите бить. Под боссом дух. Баба. Я выжил. Юлю прохильте. В центр идет, аккуратно. Трэш сыграл. Подмили. Да, дух в трэше. Контроль ждем. Пойдай, не убейте. Да, блин. Пиздец, блин, боссом два духа. Под боссом смотрите аккуратно. Босса идут оба. Босса, босса. Трэш сыграть. В миле. Два духа. Контроль. Не убейте Керсор. Стопните его. Говорю, не убейте, он в меня чаржится. Спиритс. Лагает. Да-да, фризон. Под боссом оба. Трэш бьем. Контроль. Дух в трэше. Реверженцы милики бьют. Под боссом, в центре два, под босса идет. Ебать, Керус на сикелях. Второй раз уже. Вон, в боссе два духа. А, в разные пошли стороны, аккуратно. Spirits. Трешили. Spirits. Мэтт Фокс, Иннер по Дженди сюда. Аккуратно в боссе дух. Контроль. Они в этих бегут туда. Аккуратно, дух. Забафайте призы на лапку, каску приз. Spirits. На лестнице в босса идет. Трэш играем. Убиваем этот трэш, после него босса. Да не убейте меня. Ты очень далеко. Я в глуби, я в глуби, заебись. Прям под босс. Да, тебе что сделать, человек? Ну я даю тебе третий смерч. Вроде ни один не был. Ну вот, ни один, да, не сработал. Поняк это. Все, фулл босса ДПС. Фулл босса добивайте, босс. Двое с кружка идут. В боссе. Прям под босс. Сокру. Spirits. Ты не в сил противиться.
Дай под боссом. ГЦ. О, не Белун, Рэй прям предсказал. Я чувствую, Захан сейчас будет его забирать. Не-не-не. Что туда, мой Небелун, сюда. На базу. Подожди. Какое я тебе кикну. Дай посчитать, подожди. Да ладно тебе щит на следующем КД выпадет с БС. Так я не заберу уже next щит, там стелси будет. Да на нем защита, там тебе по кайфу будет. А, ты про это? Юля в ДД, я в ДД, репит щит в танк. Ладно, похуй, забирайте. Кто посох будет делать? Собирай себе, Костя. Уже можно. Да, будешь хилить как не в себя. И куда мне посох, я не умею носить. Похуй, просто будет. А ты его просто собери. Знаешь, что он так, чтобы был. Там, кстати, осколок. Для коллекции. Да. На трансмог. Так он вроде задание не возьмет. Я понял, Юля, а не хочешь заставим, да? Не Белун, как-то пиздатая тема, бля. Не знаю, я бы на твоем месте забирал. Как же, что ты не на его месте? А Захана человек адекватный. Нет, мне не так надо. Похуй, спасибо. Мне просто смысл, я это ВХ буду делать, блин. У меня но... потом, он просто потом у меня валяться будет, поэтому... Ну смотри, смотри. Типа, у тебя ДВХ, хуево, гора времени. Призван в ДД, Мэтт Фокс, хила. Да похуй, хай забирает. Да, я-то чё, ну, как скажете. Скай берёт. Моя палка. Хай порадуется жизни. Да. Всё равно мы тебя загоним на этом, на... Лутера. Личе, на приста. Слава, там мозг. Наверное, надо слетать камни поставить. Поймите ДК. Следующий Мэтт Фокс, да, после Апогекса там? Гриша, можешь не ставить, он тебе не... А, уже одно. Кстати-ка, ровно 4 осколка целка обычки выпал. Куда? Да, да, это я в курсе. Бич упал. Блядь, ладно. Кто упал там? Там бичоныш один на мае. Да посох обмыл. С Нибелунгом. На палку сел и полетел Гарри Поттер. Ладно, я слетаю в Доларен, поставлю камни. Давай, лети. Пал, камни чарки, босс. До корабля успеешь? Я думаю, корабли без месяца, что убьете, так уж и быть. А чё там, ни одного тела нету? 24, так и... Ну хоть тут я полутаю монетку себе. Врей, ты чё в Долоране, блядь, делаешь, а? Я камни ставить, чарки потом делать. Камни поставить. Потом поставить. Да ладно, без него убьем корабли, блядь, я мою. Пусть чарит до этого. Вообще но... забудьте эту способность, блядь, вылутав шмотку, выебашить, сразу камни вставлять и чарить. Ну я просто врей с собой беру несколько штук. У меня тоже с собой все. Так вот, я опять убил. Поэтому у меня уже с собой лежит полироль оранжевая и красная, чтобы выбить либо тот щит. Вот поэтому вам и не падают эти шмотки. Да я не знаю, блядь, и щиты это миф какой-то, нахуй, я не знаю, блин. А ты оффхенды носишь? Да. Шаманы носят, ну все, бери катушку и не выебывайся, что ты. Да нахуй мне эта катушка нужна. Хаста крит дает, хуёбываешь, реально. Ну, крит, хаст, только что гема в ней нету, как в щите. Бессокетная хуета. Ой, блядь, блядь, я не взял эту хуйню, ракету. Ну, на нашем побеж. Я с ума нём. А шо, пушки заняты? Сейчас перелетаем на тот корабль, ставим шкаф, короче, с умонем в одикон. Так, блядь, вам надо и на этом поставить тогда шкаф, я не хочу... А это как? Как спала можно умереть? Лёха, ты упала. На том, ага. Репичи на это. Сейчас баба выйдет. Там мах не обязательно баба. Там перелетай, Лёх, уже. Может, там мужик с яйцами, с кулак мой. Парни, главное, заливайте этих ружейников, а то Слава захочет ебать. Это я уже хочу делать. Кого? Оружейников он хочет? Нет, он захочет... Тех, кто их не заливает. Слава, иди ко мне. Выезжай. Бардан, я не против, блядь.
Это... Подставил жопу из него штаны. Туда-сюда. Да, что как улетать, если что. Чего еще раз? Лёха скажет, когда улетать. А, окей, шеф. Все пропало. У нас тут, возможно, криминал. Там не шеф, там... Там Андрюх. Там не важно, кто. Главное, что криминал. Да, нас... Кое-что другое может быть, ну ладно, погнали. Вы прикиньте, если Warcraft можно было на геймпаде играть? А разве нельзя? Что там, Лёха? Может, еще стоим одно? Да. Паладин разве не с геймпада играет? Да, чуть-чуть прожму. Нет, у них вибратор. У них руль. Где еврей офнулся? Вибратор? Тут, ща, подожди. Это хорошо. Походу пахнут это. Добро. Баба, убивайте. Так, колдуна убиваем и улетаем. Это, видели этот, в Южном парке-то, чел, доктор сделал прибуду такую, типа, самоката. Потом я скину кое-что серию. Да. Это тоже самое, паладины. Полетели. Сваливайте. Ну, так, вы ничего плохого не хочу сказать про паладинов, сам играл тоже. Все, все свали. Ждем, когда стаки спад. Не, хпалы не иронично сложный класс. Вспышка, свет небес. Посчитал. Все, Лёха, стаки спали. Хулипал, который нажимает вспышка, должен быть автоматически кикнут из рейда. Угу. Там нет кукнуты. Есть. Не, ну флешки-то можно поджимать, чтобы эту ходку повесить, которая от священного счета даются? Ну не флешка. Даже не близко. Флешка. Короче, смотри. Щиток, оно кидается проком. Ну, наверное, чтобы не кастовать его. Щиток, флешка. Вот airdrop. Как из хпала в airdrop переделаться, допустим. Не, слушай, чё, 25 хпал похож на airdrop. 5 света в шок. Считай, что там 5 омоложений бульны. Ну вот, видишь. Аэршамп, ты 5 похож на хапала. Ну да, быстрее на. Малая, поехали. А на кого ДЦ похож, я хуй знаю. Там просто спамишь один скилл. На моноберна похож, блядь. Кстати, 5 Аэршамп. В Каражан я ману пососу хотя бы рано. Ты можешь просто пососать. Ты думаешь, он этим не знает? Я в нем не сомневаюсь. Что выпало там? Интересно. Сколько точка нет обидно. Опа, колечко. Если сколки забрал уже просто. Ну, АЕ крак. Мы ему бабочки на той неделе сказали, в Гере это кольцо заберешь. И тут он, блядь, вылетел нахуй, где-то гуляет, и в Гере это кольцо падает. Кстати, последний, да, остался? Все верно. Ну, вот сурка падает. Выбирайте, кто там, Мэтт Фокс или Войд в ДД. Один Джандис отошел. Мэтт Фокс. Дайте только сумму, пожалуйста. Войд сказал за себя. Ну, блять. У нас нет совы. Без совы мега хуево будет. У нас нет. Да. Типа... А без ШП как бы и нормально. А без ШП Войда вообще, ну, нормально будет. Еще лучше. Вы еще подеритесь, блядь. Да сова как бы априори больше дает, типа, она позволит локу стихии не вешать. Ну да, почему нет? Она сова, позволит локу стихии не вешать. Сова априори больше. Все. Ну, это авторитетом же говорит. Дальше уже не надо ничего говорить. Долго будем ждать. Что самое главное, она вон няшка ГП-шистая бегает.
пожалуйста. Шкаф поставьте. Текните на шум. На полу в Лингрен. Кстати, когда там что-то поменяли, метка вот эта, что срок вешает, теперь игнорирует броню, по-моему. Ну так, нам похрен на нее. Мы же меняемся. Поебать вообще. Похуй, ну, похуй, похуй, похуй. По идее, сильнее въебывать будет. Так, только трэш сильно не агрит. Давай, Дима, я знаю, что сорвешь трэш и сдохнешь, как бич. Я сорву трэш? Да, я в тебя верю. Нихуя ты, можно блядь. Каску, друид, баф, пожалуйста. Дайте на пул в рейс, вообще. Каску, пожалуйста. Каску, баффал, джандис. Дарте, блядь, баба... каску. Запустите уже, не? Ну и ладно, без каски побуду. Поврей, дай каску по магам. Дартис. Я кулаки им по 5 раз бафал. Двадцать минут сказал, отойдет. Ну, кто? Вот ШП. Джандис. Угу. А нужно будет ДЦ. А мы Фокс в Саве, да? Да. Ну да. Но, Бидон, ты в соло сегодня со стелси. Ну все, Слава, хули, спекайся, брат. Просто баф. Ща, погоди, дам. Что же ты уроны себе, что здесь делать? Я хуй знаю. Коровка. Кому там каску? Кому там по каске? Святос, по воинам. Блять, каски заняты. По Святосу еще киньте каску. Как, о, же вар... как же заебись мы проходим, блядь, просто пиздец. Заебись. Бля, мы на орка без хилов пришли, вы как бы нахуй. Перед каждым боссом стоим по 10 минут. Что это, Врей, что, Тёма, что это такое, что ты мне кидаешь? Нахуя? Вай, расслабляйся. Или у тебя нет тоже? Кого, блядь? Ласки, алкашный. Да масло у меня есть. Масел у меня у самого. Да есть ли тебе каска, но... Чё, три хила есть. Шары долбитесь сначала, а потом орёте. Меня Продакс ключ на 9 сует. Не успел зачарить палку, ничего страшного. Все, нахуй. Чтоб топ ДПС сейчас был. Она не зачаренная, я вставил синий сокет. Понятно. Надо... Сокеты надо будет поменять. Из кольца надо выкинуть синий сокет. Наверное, надо было признать в хилос спектре. Потому что каска отов... Да, отошла, блядь. В хилос спектре, и все. Надо было ходить дринка в хилос спектре. Ну, как вариант. Угу. Че еще расскажет? Ну, а хули, все хилят, а ты не хилишь? Да вы там не выделывался, ты следующий? Че я следующий-то? На роль хилера. Войд! А, понимаю, Войд. Подамажил. По-моему, за это надо... Дайте Геру кто-то, пожалуйста. Подумай, как я ее буду, спасибо. Ебать, бич. А чё, он к боссу в упор стоял? Ну, походу. Ты дурак. Мне нравится на его стиль. Забрось меня, спасибо.
Херус Реса и приз... Лапку, каску пристав... А чё, метку уронили? Да. Бомбана урод, блин. Милики, те, которые с мет... с трэшем аккуратно. Керас Иннер в беду. Боди хорошо держите. Линер на него. Что за хуйня происходит? Ну, боди уронили. Метку уронили. Ебана в рот. Сказал же, аккуратно, не уроните. Мана кончилась. Дархан, еще стопай ДПС. Хуяли. Мана кончилась. Бидон тотем ставь. Да ладно, я уже откинулся. Пою. Да хуй, бидон за тотем вообще. На 40. А, КД, я понял. То все их помоечка по ДПС. Мана кончилась, все. Что происходит? Тихо, давайте уже. Крыш бейте. Ты чё там раз... падаем нахуй, блядь. Пиздец. У Сурка кипящую кровь поменяли. Даст кто слот на 40 потыкать? Да тут, тут есть. Да тут есть, есть слот плюс. Еще не готово. Ты еще и в миле стоишь на шамане? Что, я? Да. Конечно, авто так я подбиваю, когда вашу камей башу. Да, тоже в миле подойти, чтобы летели быстрее скиллы. Я. У нас есть вот демон, я ставлю опаляющий и этот самый. Автоатакой подбиваю, когда Элем стакнутый. В самонете есть лонг, нет? Да, есть. Есть. Пиздец. Может хотя бы без приходов? Нет. Это позор. Пит не упал. Господа, это позор. А кому расскажешь, не поверят. Блять, вайп на сурке. На сурке. Мне, пожалуйста.
Спасибо. На кораблях был осколок? Был. Да. Дайте фулл баф, пожалуйста. Сейчас пожрём. А чё, он просто подходится и пуляется, да? Ну, после вайпа. Да, сейчас просто пуляется. То есть, если я ближе подойду, он мне поебал даст, да? Нет. Угу. Нет. Ты можешь прям в упор в него встать, ему похуй, пока ты его не ударишь. А чё у нас? Трэш будет играть сегодня? Люди. Кто танчит? Ну так, прикол. Лёха и Репич. Был в Лёху, да? Да, да, да. Есть у кого-то масло на СПД? Так ты призван умираешь, потому что люди хуёво в трэш играют, ты понимаешь? Вот, Продакс, там МК было, ты куда убрал? Все, хватит МК. Ты чё, этому магу обоссанному кинул? У него ж нет. Ладно, пиздец, обидно. А чё МК дает? Не согласен, его хули МК нет, там не идут. Убьют, пока они не вырастут, в этом прикол. А если они вырастают, он умирает. Блять. А чё, убить не могу? А тебе надо трэш бить, ты понял? Опа. На танке. Бича не уроните. Ох, блять, а как так? Бывает. Урги не уронить и беду. Просто на ком метке в трэш не играйте, и все, если вы дамагер. Ох, ебать. Холидринка, хильте сильно. На мне метка, у меня 60% моего дамага это АОЕ. Перестань бить. АОЕ на мобов не работает еще. Лужа работает. Да и конус работает. Че, так сказать, не урезанный урон у них? Нет. Урон урезан, работает, работает. Стану по всем.
4, 3, 2, 1. Великая победа Орды. Почти. Есть. Четвертый. ГЦ, Продакс, ГЦ. Да, четвертый. ГЦ, ГЦ, хули. Опачки, что я нашел. Ну все, Мэтт Фокс следующий собирает. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предком. Равист, хочешь рофл? Или вот тут нету еще? А я тут уже. Я вам хилил уже это. Если ж... не хочет руфу. Если что, Валькирия дамажила больше, чем Дифрис. Какой бы жестоко ни был жертва. Это от Нибелунга Валькирия? Да-да-да. Это, знаешь, печально даже. Ронину сдавать квест, да? Да. Ты сдаешь Ронину, а потом идешь к кузнецам. Они тебе куют его. Кузнецам в ЦЛК, да? Нет, не в ЦЛК. В Долоране. В Долоране. Понял. Ну лети, делай, хули, пока ты жгём. Ты просто, да, Ронину сдай, он тебе скажет, иди посмотри, как его делают. Камушки. Не полированные вставлю. Нету полированных. На силу три штуки. С кайфом, да? Ну всё, теперь бисовый маг, хули. Да хули толку, нахуй. Бисовый маг, все топ-7 ДПС. Потому что ПС-ку день давали, вот и все. Да не, нихуя там дело не в ПС-ке. Пёрлин, конил кто-то в Дискорд от ДПС с рука? Чё, кстати, выпил из ПС? Ты действительно, Зломаныч, думаешь, что тебе нужен этот ДПС? Из БС-а говно выпало. Ну да, а чё нет-то? Там мне хоть посмотреть. Что там подошел кто-нибудь это способностью планковать? Да вроде нет. А ну Леха подошел впереди. Да я народу жду просто. Да там, блять, один хил только. Да все, я здесь нормально все будет. Так и куда его сдавать, этот мой лед? Ну ты сдал Ронину? А, сдал, да. Он тебе по цепочке следующий говорит, иди и типа, посмотри, как его делают. Нет, первозданный лед. Куда его сдать, первозданный лед? А, ну ему же, наверное, нет? Я уже не помню. Сейчас, может, я не увидел. Но Ронину, по-моему, ты издаешь. Да, 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 да. Я, извините. Может, шары долблюсь, но кому запы отдали, так ради интереса? Ульджи. Я помню. Ну, блядь, у него мейн. Да, я так просто ничего. Что, в 24 тела били или что? Да. Да. Так что, кстати, не люблю. Зайдешь на хулипала, на тухлого? Я не знаю, у меня хулипал не справится, наверное. Так тут все без СВДЦ и Эршем. Где ты без СВДЦ видишь? Без СВДЦ. О, а, ладно, тут 25 ДЦ, извиняюсь. Ну я могу зайти, но там ничего не обещаю. Там просто Д без С. Мы сейчас второй раз разлили деда, мужики. А чё, какой бисовый ДЦ, в каком месте ДЦ, ведь там бисовый, я вот сейчас... Вы про кого вообще? Я вообще задобрить хотел, Гоша, чё ты? Моя цель была задобрить. Моя цель была разозлить. Ты на варе, сиди и радуйся. Я теперь не книжу. Не трожь тебя, не надо. Пусть идёт. Я потрогал бы вонючку. Я тебе какой-то суммонер. У меня и Валькирия, и Пет. И ты еще духов этих вызываешь. Еще и духов вызываю. А там еще пофиксили эту Валькирию, она типа одна только выпадает, да? Ну да. Раньше их было дофигища. Можно было растакать. Раньше, да, там настакать можно было, чтобы сделать. Там армию, целую можно было сделать. Не знаю, но еще дамажит больше, чем Дифрис. Ну, блин, сейчас Дифрис не то, что было раньше. Он кивёный какой-то. Там Валька на ТСПД зависит, да? Или как она дамажит? От честного слова. Ручками Валька дамажит. Блин, Мардан, какой ты умный, блядь, пиздец, нахуй, я не знаю.
Да, подписывайся можно на мой канал, просто, подписывайся на мой телеграм-канал, на YouTube подписывайся. Вот на... Сейчас, после вонючки поставьте. Ну, честно, это не люблю. Ну, добьем мы там. Одноклассники можно? Я зайду тогда на этого, а ты на этого. Ну, можем с тобой, но после первого вайпа все равно придется меняться. Ну, это если вайпа. Видите, у него наушники отобрали. Парни. 5? А это получается, у Вайда нету права голоса? Да, поэтому понимаешь, почему такая возможность есть классная? Парни. Да. Есть два ТС взаимы у кого-нибудь? Взятый обмен Войду дай, и он тебе даст. Нихуя сервис. Все три. Просто даст. А, прикольно. Костяк, ты же не против будешь такого свитча на одного босса? А нахуя тебе на самом долго будет, типа? Да не на самом, на ханта. Грудак я буду забрать. Никому тут не нужен больше. Нет, нужен мне экстен. Да какой лук грудак? Стухлого. А, тебе стухлого. Да. Здесь никому же лук не нужен. Ча. У меня на мага. Да, да, так, да. А как же урки? Как ты думаешь, Гош? Ну, тебе, да, Лёха. Ну, типа. Ты там вмешательство в танков давай больше. Зачем тебе мечи, если ты даешь такое вмешательство? Типа одно вмешательство будет давать, а потом умрет. Просто потом я сдох. Нет, я сделаю полную, да, вмешательство, а потом этот... И спрыгнешь с платформы, да, мы знаем. Ладно, расслабься. На самом деле мне через 20 минут... Кого сумон, кроме Апродокса, надо? Куда ты? Ну давай, сказать. Вот сейчас добьем. Ой, красиво. Я тебе могу аккаунт скинуть. А как шмотку? А, ну да. Правым кликом. Если тебе не впадло, я тебе аккаунт скину. Хуя, блядь. А чё, так можно было? Да. Может, здесь спылит кто? Лёха. Прикольно, да? Пусть будет безобидный слизь. У нас явно РДД не хватает на следующего босса. Угу. Поставим паладинов, будут правосудием, ну да, правосудием, в принципе, издалека бить. Так ты сейчас хочешь зайти на ханта или чё, раист? Ну да, на этого босса только. Рашист. Ну, пояс ты не заберёшь. Да, пояс не нужен, только грудок. Красота какая, а, лежит. Да хилить кто будет? В рей зайдёт на холипало. Могу на холипало, могу на приста. Принципиально. На холи приста. Ну смотрите, там 1:20 осталось. Все, ну вряд ли на плюс. Кстати, мало. Тем более у нас сурги скоро отвалятся. Мы не ебали мозга по стиме. Есть такое. Уж пиздеть, мордан. Ну вы там, если заходите, заходите быстрее. Я захожу, захожу. Уже захожу. А, шкаф дайте. А, пул пошел, куда? Не пуляет никто. Не пуляет. Ну я тоже туда просто выхожу. Можно шкаф, можно шкаф. В КД был. Рассказываю, Диман. Еще раз я прошу бабку. Ну и себе порт. У тебя 20 КД не будут падать, шмотки тебе просто. А если будет падать, то у тебя ГП я буду так много, что тебе просто ИП не хватит для этого. Понял. Все, понял, да? За нас я бы тут испугался. Парни, вы ГМ закрыли уже? Да. Да. А хули мне тут пугаться? Я на этом КД 2-5 лута, я все, я падаю вниз по плюс. И из гильдии ливаешь. Во, видишь, я уже бабку наслал на тебя. Ты не знал, но это постепенно работало. Ну что там, где вот? Вы грузитесь до сих пор? Ну да. Догружусь. Я зашел. Ну давайте плюс гильдии. Быстрее, сволочь. Ну так я позже тебе еще и вышел. Ну, быстро человек. Я дал плюс там в чат. Ну, не хотят снимать. У нас шапка и помы молчат. Ну и ладно. Я все равно в ящиках застрял. Где там Костя? Чего? Ну, принимай. Да, я принял. Так,
Ладно, слизне повожу я тогда. Здесь не надо ничего делать. А хоровод до глубоко же. Потеряшку за сумунь. Есть, он сейчас прилетит. Все, давайте фулл баф. Большое спасибо. Сейчас, буквально 10 секунд. У тебя метка вкачана, Равис, нет? Нет. Все готовы, дает счет. В Леху на пол, да? Да. Да. А Геру с пола дадут или нет? Давайте с пола. Вязкая полетела, мили, кажется. Варда, да. Если что, один клин. От центра бот. Хильте сильнее один клин, пожалуйста. Шаман. Чё ты как не мужик отошёл-то? Я поймал, я думал, я не про это пропущу её. Он принесите одну спору. По центру. Хорош, блядь, пельмени лови. Войд, блядь. В РДД, в звёздочку. В РДД, он возле кружка там пал. Лингрена захиливайте. Ну, ревность. Там инер. Бидону инер дайте. Мелик, вы сегодня перестанете пельмени ловить? Ну, спора прям в ней стоит, куда деваться. Берегитесь. Оп, деф. Забирай. Я забрал. В мили. На пол на репе чипа. Если что. Нормально, я что не срут уже. Самоуверенный малый. По центру босс. По центру босс. Блять. Четыре раза сказал, и все равно боди, Кейрус, Дартис, Кирсон. В РДД. Неужели под конец? Да ладно, не почувствовали. Есть пояс. ГЦМ от Фокс. ГЦМ от Фокс. Молодец, что оставил столько. Ноги на рогу топовые на мутика. Есть роги? Один рога, но он забирал, походу, нет? Да, у него забирал. Ну а дайте вторые, мало ли там что-то по статам переливать надо. Ну, пусть лучше перебивает еще. Эту мочу Рависту, наверное, на ханта, мало ли, в боями захочет играть. Все, я возвращаюсь и больше никому не трачу мозг. Я люблю. Все запомнили. Давай нам мага. Слово мозг лишнее. Я имел в виду это ЦВК, если что. Видя, ты не преувеличивай. А сколько это 5 босс?
Мэтфокса, ты купишь, да, осколок этот с Джайни? Или что, или как? Знаешь, Валя, мне кажется, я лучше остаться на прессе, надо. У нас 3 хила всего. Ну, сейчас а четвертый идет. Да, заходи. Так, господа. Есть еще у этого босса и не уходить надо. Еще вопросик. А надо кому-то объект с него или нет? Или я могу на шипы зайти? Опа, нифига себе. Вот когда ты АФК минутку написал, тогда и на босс спросить. А зачем тебе вот, кстати, на ШП объект? Потому что у меня полное говнутрение. Мне это надо. Ты про объект сейчас? Полное говнутрение? Да. Я знаю, что полное говно, но у меня еще хуже. У меня полное говно. Самое полное говно на ШПшке. Так что, надо кому-то или нет? А ты хочешь просто... Не знаю, вроде молчат. Ну тогда я шкаф ставлю и пошел. Дядя, не хочешь просто Талгород выформить и взять там нормальные трени? Какие? Карта и гром. Плюс гром. Ну, как гром. Бы, гром на месте, карта третью неделю не падает. Ну, так она и 7 недель может не падать, но просто типа, ты этот объект выкинешь. Зачем ты паришься вообще по этому Ну поводу? Так, то есть, если 7 недель она не выпадет, то мне нужно будет еще 4 недели где-то... Ну, ты берешь чешку, как бы, а не объект. Ну, заходи уже, я в шкаф поставил, мы тебе присуманим. Просто, ну, мне тоже кажется, что это вообще лишнее движение. Короче, Вадикон, понимаешь, это... Вадикон, это будет получше, чем древнее маринованное яйцо, скажу так. Да, это как вы этим с волей, с этой, блядь, собычкой трясетесь. Типа взял вечное пламя и все, ты потерял там 800 ДПС из-за того, что волю не взял. Но один хуй ты его выкинешь, как только получишь тешку. Ну вот если бы мне дали бы тешку, да. Когда ты берешь предбисовые шмотки, это одно дело. РДД, рассоситесь на РНЖУ. Берешь суперпроходные шмотки, это... Ну, мне кажется, ну, это типа триня с РБК какая-нибудь подошла бы, точно так же, как объедок. Вот такой большой вопрос. Что лучше будет, кружка все же или этот пламя? Вот кому, воину? Да. Ну, кружка, она вроде ебашит за намного лучше пламени. Я думаю, что пламя будет лучше. Я не знаю, у пламени просто 15 секунд кулдаун, а у кружки сколько? 15 стаков, если будут признаны... Они что-то для воина мусор, как бы, ну, я хуй знаю. Да. Ну, типа, мне это просто, я хуй знаю, типа, стаки копить долго. А мне станете на ранжу или назначать? Ты, конечно, назначай, тут не хватает на ранжу РДДшников, ты же видишь. Вадикон, такую, по-моему, тебе надо на сову заходить. Нахуя я на ДК могу поставить в РНЖ? А, починишь? Да, я могу на бомжа мага зайти поставить в РНЖ. А сова чё? На сагл не хочу. Может? Надоел? Да. Да, меликов пиздец, конечно. Давай сегодня давай трепи чип. Давайте быстрее уходить надо. Нет, какой в ШП? ДЦ. Я говорю, мне скажите, что делать на РДД. Я поставил Рога. Ты Рога, ты на пулевой бей в миле. Да, там выше просто предложение было. Ты если был жирным, охуенным пацаном, тогда бы возможно... Ну они про... А, он... Давай так. А ты откуда видел его, может? Призвано сюда. Килограмм 130. Я про его Рогу, а не про него. Ну, спекайся. Куда спекайся? Да кинь 4 метки, и мы начнем просто назначать сразу. На кого метки? Просто назначил на РДД. Ну смотри, заломаныч неаполитан, это типа 2. Ну да. Войт Магес, это 2 ШП, типа 2 еще есть. Мэтфокс Сова, плюс МБП Хант. Того нам... Капродекс остался. В трусы. И кому-то Капродекса надо добавить. Я уже стою на этом. Ну вот типа... Я в Лулу уже стою. Да, мы слышим. И вот, например, Летан с Заломанычем в квадрате. Войт с Магнесом в Луне. Витя с Мэтфоксом в трусах. Что у нас осталось? Ну и Капродекс. Я с Капродексом встану. Что там осталось? Ромб? В Ромбе. Да. Нет, лучше этого шамана в ромб отправь, а я встану в луну. Давай так. Ну, потому что у тебя вся мелипати будет в луне стоять, он будет блевать в луну.
Кто пожирнее, тот в луну. И? Ну. Так а куда в 4 хила? Куда мы пойдем? До первой заблевки? И чё лежать? Слабенький. Шамах хприснул свои. Слабенький, да? Не прохилите, бля. Да. Костя в хила давай. Это что? Ну это вот это чё? Ладно, я пойду это выйду. Поле. Все, заполили. Кто там в луне? В луне, все, я тогда ухожу. Это хуёвые пулы какие-то. Маразм. Потому что кто-то руки тёшься постоянно. Чуть влево двигайтесь, ребята. Неаполитан, чуть влево. Уходи, квадрат. Влево езжай. Мэтт Фокс, возвращаемся. Рэндж, набери. Еще правее, Мэтт Фокс. Неаполитан к нам, да, уходи. Чуть-чуть правее. Двигаемся, парни. Поехали, большой подбор, Маныч. Уводи слизня, блядь. Вожу. И большого с подбосса забил. Я вожу его. Сколько мы-то? Ты так похоронишь шамана, ты, блядь, да. Прям в нем слизня да держишь, нахуя. Ай, блядь, вожу его. Чак, бишь, подними, что тут? Вопрос далеко. Дойди ближе к нему. Я не могу. Тут слишком близко. Тогда глыбой. Чуть вперед можешь. Керос Иннер в бидон. Пробегай за ночь после блевота. А Мэтт Фокс Иннер в приз. Уведи жирного. А за мной жирный. Мелкий бежит. 300, если что, на большом. Направо, Мэтт Фокс. Ага, все, стоим. Захити меня. Не люблю гимн бидон тата. Глубь кружал. Сейчас возвращаться будем. Большой под. Налево пойдем, Мэтт Фокс. Взрыв. Взрыв у нас будет, аккуратно. Разбежались. Сейчас вас заблею, парни, не дай бог. Лавку, каску по призону бидону, дай. Да, двигайся. Где танчить, блядь, противопоказано. Не, блядь. Ну, когда ты не умеешь танчить, то вот будет, надо учиться же. 30 секунд еще добивать. Выйдите кто-то с этого. В РДД. Там Неаполитан упал. Мэтт Фокс упал, Неаполитан упал. Два мили. Керос, Реса и Мэтт Фокс. Мэтт Фокс, вставай, лапку, каску приставай. Мэтт Фокс, не люблю подымать. Направо, Мэтт Фокс. Лапку, каску, присобав, захильте. Большой подбор. Там Неаполитан сдох.
Давай двигаемся. Через 10 секунд выйдите кто-нибудь. Там лево двигаемся, готовимся. Сейчас блевота будет. Вышли, надеюсь. Большой подбор. Беги, 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 беги. Четыре стака на этом. Добивайте нормально. Один лям. Нету объедка. Жалко. Великая победа Альянса. Да, поебейший. Ладно, всем спасибо. Давай, Лёх. Лёх, я тебе в Дисе там напишу, в личку почитаешь, потом как время будет. Колечко, если никому не нужно, без ГП отдадите. Это кто? Мне на полчаса Рога. Уйти надо тоже. А, так это тебе оно обязательно нужно. Ну что, мы, может, тогда на Вальку свернем? Ну, на Вальку-то. Осколок там еще. Осколок, и мне на полчаса. Я думаю, ты можешь без ГП получить эту шмотку. Ну да, по сути, она только тебе нужна здесь. Сибас, а, ну, может, надо. Еще Фералу. Рейтрик какой-нибудь тоже может забрать. Смастерка, ага, да? Ага, а, держите. Не-не-не, Рейтрики подождут. У Рейтриков есть пояс. Я же говорил. Костя Жук. Нам хил нужен еще один? Ну, инфу дайте, мы принцов идем или Вальку хилить? Мы Вальку. Да нужны нам, типа, у нас 3 слота, 2, ладно, будет свободных. Берите уже всех подряд. Смысл людям с ночного вешать, когда еще у них своя пачка. Не с ночной, там же есть люди, которые так хотят посидеть. Плава, ты ургиш не накидывал? Надо. Где он тут? Че, погнали, бидон здесь, можно Костя, что, на бейсе скидывать стаки, нет? Кого-кого? Стаки в бейсе скидывать, нет? Будем что-то пробовать? Ну, скидывай. Только будете пробовать уже без меня. А ты прям все вообще, да? Ну, я завтра работаю, в воскресенье буду, и потом все до нового КД. А что у нас в воскресенье? ЗС ОКО. Надо его закрыть обязательно. А кто там, Боди хотел кольцо? Да, Боди хотел. Ну, ему на рогу надо вроде с мастерками, там дохуя мутики надо. Ну, за ГП... Да без проблем, без проблем. Давай за ГП, вопрос. ГП заберет. Да, как раз. О, нужен, давай. Нужен, заходи. Призван в ДД. Артём, иди на мага своего. Так он на ком, он на присте? В рай, слышал, иди на магия. Слышал, как тяжело я вздыхаю? Сейчас Валька же. Ой, это хуйня. Подожди, а чё там? Там хилить надо больше, нет? Я хуй знаю. Ну, типа, у нас 5 же хило было. Я всегда думал, что тут чем больше хилов, тем лучше. Так, блядь, как бы хапалы хилят. Да.
Не, ну я тупой просто из деревни, извините. А, ну хотя у нас два шамы, ладно, погнали. А что, вообще с БС в натуре ни одной шмотки нормально не упало? Топор же... вообще, там кольцо... Дрыщевское. Ну, по факту, как мы распределяем, походу, только кольцо с двумя гемами нормальная шмотка в БС у нас. Дрыщевское кольцо на это, на файле. А, ну, пуха двухручная, Святослав досталась. В принципе, неплохо. Ну, там, типа, кольцо выпало с красным гемом, дух и скорость. Типа, Фаермак вообще скажет очень спасибо за такое кольцо. Вот-вот. Вот я ради этого, как говорится. Ты забрал, да? Спасибо, Костя. Да-да-да. Ну, не знаю, типа... Аркан нихуя не бьет, блядь. Ну, надо трогать сейчас будет, смотреть, что... Ну, я сейчас посмотрю, буду до это как раз в следующий четверг зайду. А, пораньше, плюс-минус. По такую манекен. А присумоните или сама или что? Сейчас присумоним нас. Основальку это. Всем привет, кстати. Привет. Привет. Что, у тебя время я получается так, и нашлось, да? Я так понял, мы сейчас Вальку убьем и все. Время нашлось, да, такое свободное. Почему? Принцов можем. Можем Лану, в принципе. На Синдру вообще не хуй соваться. А чё, Синдру, проблема какая-то? На РДД это... нету. Профа можем. Нет, Гош, просто они ещё едут. Откуда они ещё едут? С работы. А, я понял. Они сейчас заедут к одной, потом ко второй, а потом уже ко мне. Я понял, ты это паровозик Томас, ёпта. Да. Спиртус, тебе когда наушники вернут? Витя, поехали в это Славяну наушники возвращать. Отобьем, как говорится. Уже просто надо себе купить наушники. Надо ему просто подарить, да. Бля, будет охранником работать. 100 рублей, думаете, пацаны, он, так вы скажите, куда отправить. Я отправлю. У меня есть наушники, которые я не пользуюсь. 100 штук получает, а наушники еще не может купить. Слава, что за хуйня? Кто за 100 штук?